Дети читают стихи. Меня зовут Целковская Анна. Мне 13 лет. Я живу в Хабаровском крае, село Таежное. Мое произведение – «Есенинское небо над Россией». Есенинское небо над Россией раскинулось, как голубой шатер, а в небе василек хрустально-синий ведет с ромашкой звонкий разговор. Звенит листвою изумрудное лето, звучат незримые колокола. Березы, сестры русского рассвета, сбежались у околицы села. В них жажда жить, до трепета, до боли. Им повезло, он здесь бродил в тиши. На их коре, на их шершавой коже тепло его ладони и души. Он видел, как ложится синий вечер пушистой шалью на плечи села. И в ельнике горели свечи, и в городе земля его звала. Он так любил, чтобы забыть не в силах тоску поэта, радость и печаль. Ведь главная любовь его — Россия, земля добра и голубая даль. И в дом его со ставнями резными по-прежнему мы входим не дыша. Сергей Есенин — то не просто имя, России стихотворная душа.